Основное различие между собаками и котами. Чей ты песик? Твой, твой, я твой песик. Чей ты котик? Дорогуша, собственничество – это признак эгоцентрического мировоззрения. Это часть солипсистской парадигмы, если угодно. И если бы я и определял себя как принадлежащего кому-то, то это был бы я сам. На этой ноте я... Не трогай меня! Я хочу обнимашек, кошка. Не, не сегодня. Очень занята высматриванием призраков, потом мне нужно поорать на мух. Куча дел, извини. Это я проснулся и все никак не могу осознать, что я взрослый и должен сам до конца своих дней зарабатывать себе на жизнь, чтобы не помереть с голоду. Жиза, блин. Когда пытаешься куда-то записаться по интернету. Блин, куда я нажал? Этому миру нужно больше котиков. Больше в смысле количества, а не в размерах. Чё вы делаете? Хотя это прикольно, если они будут такими же добрыми. Ага, такими же добрыми. Кто пишет, только без непредвиденных кусей. Вот-вот. Если будут большие такие меховушки ходить по городу, это ж наоборот прикольно. А вот если они будут тыгадыкать, не будет спать все. Все не будут спать. Лучшее, что подарил нам 21 век, это прозрачный портфель для вашего котика. Кто пишет, когда кот социофоб, но любит гулять. Сходил в приют просто посмотреть. Пирожочек пушистый. Я каждый раз на любом собеседовании. Может, вы меня возьмете на работу, научите там всему. По мне же видно, я умный, адекватный. Ушел в лес охотиться, респект таким котам. Кто пишет, будет удивление у покупателей, когда трава захочет цапнуть. И неприятность, когда режешь салат и такой, блин, чем это так воняет? Странно, у моих тапок тоже такой запах. И да, друзья, всем привет, меня зовут Алексей Сова, и сегодня у нас новая подборочка приколов с котиками. Поехали! Дверь не успела открыться, оттуда уже донеслось тихое... Это не я! Не все так однозначно, всей правды мы не знаем. Когда тебе немного за 25, выглядишь на 15, ворчишь на 60, капризничаешь на 4, тебе скоро 30. Кто-то пишет, рассуждаешь на 35. Когда на телефоне нет интернета, потому что нет денег, но чтобы их положить, нужен интернет. Именно эта особенность научила меня всегда платить за интернет заранее. Девушка. Милый, ты не представляешь, как я по тебе соскучилась. Когда мы уже наконец сможем увидеться? Женщина. Кажется, я от тебя уже отдохнула. Когда увидимся? Пёсики, после того, как им дали еды, благодарят тебя. Хотят поиграть и облизать тебя с ног до ушей. Коты после того, как им дали еды. Еще увидимся, неудачник. Водитель такси. У меня серая Рено Логан. Я. Хорошо, через несколько минут подойду. Также я самому себе. Без паники, мы знаем, что такое серый. Серый — это мой кореш. Серега. Один твой мяу, значит да, два, значит нет. Ты меня понял? Понял. Ничего себе, подожди-ка. Что? Мне послышалось или ты умеешь разговаривать? Мяу-мяу. Вы очень качественно и быстро делаете свою работу. Я подумал и решил, что надо бы вам прибавить. Денежек к зарплате. Премию? Не угадали. Еще работы. Ты справишься. Не унывай, у тебя все получится. Ты молодец, я в тебя верю. Все будет хорошо, ты точно сможешь, все еще впереди. Принеси пожрать. Воришка врывается среди ночи в мой дом, думая, что все уже легли спать. Тем временем я, поедая запасы сыра косички, в 2 часа ночи. Мы друг друга не видели. Договорились? Когда зачем-то купил дорогущий домик и выкинул любимую коробку. Ну все, мышь двуногая, ты огребаешь. Когда спрашивают, почему я так долго отвечаю. Простите, но утром я только в состоянии посмотреть сообщение. Милая, ты серьезно на меня обиделась? Нет. Я не хотел тебя обидеть, давай мириться. Она спустя пару секунд. Я не обиделась, просто обидно. Береги меня, обнимай, никогда не отпускай. Хорошо. Ну все, на сегодня хватит, отпускай. Ты же хотела, чтобы я не отпускал.
Нет времени объяснять, я очень хочу в туалет. Твои проблемы. Ну что, красивая, поехали кататься. Ты бы, рыжий прохвост, сначала сам на этой машине прокатился, а потом подругу свою приглашал. Внутренний голос мне подсказывает, что заложник в доле. Ты спишь? Неа. А чё глаза закрыл? Зрение экономлю. Назовите ваши сла. Постоянно перебиваю. Всё понятно с вами. У ребят моих в цеху нет микроволновки, но я грею бутерброды всем. Без остановки. Все видят только то, что хотят видеть. Да, тогда почему я вижу тебя? Да блин, когда уже лето, долго мне спать у батареи и укрываться шторами. У всех коты так делают, у меня кошки так делают, Пикси особенно. Тебя даже не интересует, почему я плачу. Хочешь, скажу? Не надо, у меня нет таких денег. У меня дома два облачка, пасмурное и ясное. Бо! Ну, тут можно легко определить, кто ясный, кто пасмурный. Ишь, какой довольный, позирует. Сейчас это исправлю. Ловушка, в которую попадаю каждый раз. Да ладно, полежу 5 минуточек и продолжу дела делать. Я-то точно не усну. Мой кот, когда я случайно высовываю ногу из-под одеяла. Кусь! Дракон требует вкусностей. Это когда поел новый корм со вкусом перца чили. Котя звонит вам по видеосвязи, чтобы ответить, поставьте лайк. Алло, алло, не слышу. Ну алло. О, привет, спасибо, что лайк поставил. Любовь — это толстеть вместе. Да. Я почти засыпаю, она. А ты правда меня сильно-сильно любишь? Когда хочешь сделать случайное фото и контролируешь оператора. Ей нельзя сидеть на столе. Она думает, что так не считается. У меня Пикси тоже так делает. Силя просто ставит передние лапки на край стола, и если что-то есть вкусненькое, я ей кладу на краешек стола, и она аккуратненько ест. А Пикси залезает целиком на стол, начинает скакать по нему. Я ей говорю, Пикси, на стол нельзя. Она тогда вот так вот подходит к столу, стоит задними лапками на стуле, и сама целиком, ну, целиком, оставшуюся свою часть кладет на стол. Типа, я не на столе. Видишь, я задними лапками на стуле. Сделано с любовью. Произошел прыг. Расследование показало, что вы котик. Плед – любимое блюдо на ужин. А если ты засунешь руку под этот плед и начнешь пальчиком там шевелить, то кот будет нападать и грызть. Я так тоже с кошками играю. Придумывает план тыгдыка на ночь. Так его ночью вообще не видно будет, мне кажется. Состояние на текущий момент. Смотреть на мем в любое время суток. Я крупный инвестор, я инвестирую в щечки, поэтому и крупный. Когда открыл свой бизнес и контролируешь рабочий процесс, бизнес процветает. Психолог посоветовал завести кота, говорил, что они создают уют и успокаивают нервы. Завела, блин. Оно все само упало, Наташ, правда. Сбылась мечта моего детства, я выросла, и мне больше не надо вставать в школу к 8:15. Теперь я встаю на работу в 5:30. Я точно знаю, что для создания семьи нужно немного встать на ноги и пожить для себя. Моя одноклассница, которая рожает в год по ребенку и живет на съемной хате. Ты просто не познала счастье. Я решил снять защитное стекло с телефона. Мой телефон через пару минут. Извините, я упал. Он заставляет меня ложиться спать раньше, одеваться теплее, не гулять поздно. Я. Тиран. Когда унюхал запах жареной рыбы. Ляпота. Кажется, мой кот еще не совсем разобрался, как сидят коты. Окей, вам всем нужно знать, что бабушка по-шведски будет Мур-Мур, потому что мама — это просто Мур. А прабабушка, видимо, Мур-Мур-Мур. Прапрабабушка Мур-Мур-Мур-Мур. Дайте мне повернуться на другой бок, умоляю. Нет. Хотите немножко прекрасного? Посмотрите на лапки дымчатого леопарда. Я на такие лапки каждый день смотрю и слышу тыгдыки такими лапками. Когда утром приходишь на кухню ставить чайник.
А чё пожрём? И да, друзья, вот к этой картинке вы можете придумать прикольную подпись и написать свой вариант в комментарии под этим видео. И лучшие из них обязательно попадут в следующий выпуск. Поддерживайте этот ролик лайком, подписывайтесь на канал, переходите в наш телеграм-канал, который называется Шериф Сова. Переходите в паблик Мимозг ВКонтакте. Там выходит много разных прикольных мемасиков. А еще читайте нашу с Аленой книгу, которая называется «Привет, мир». Книга в жанре фантастика про искусственный интеллект доступна во всех книжных магазинах, а также вы можете приобрести ее в электронном или в аудиоформате по ссылочкам в описании, ну или найти просто в интернете. «Привет, мир», Алена и Алексей Сова. А впереди вас ждут ваши лучшие комментарии к предыдущему выпуску. С вами, как всегда, был Алексей Сова. Пока-пока.